В округе продолжается одна из самых масштабных реконструкций. Строительство обновленного стадиона «Торпедо» закончат уже в этом году. На каких этапах работы и когда же будет готов спортивный объект, расскажем в сюжете. «Торпедо» – центральный стадион округа и одно из любимых мест люберчан. Нововведением на территории стало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас рабочие завершают возведение монолитных конструкций здания. ФОК будет многофункциональный, то есть в нем можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, спортивными танцами, хореографией. Там будут залы также оборудованы для борцов, шахматистов. Я всего не перечислю. Конечно же, мы при открытии все это покажем. Самое главное, что вот этот спортивный центр в сердце нашего города, он будет обновлен на 100%. В начале мая рабочие приступят к обустройству футбольного поля. Для его использования в любое время года предусмотрен подогрев. Также установят спортивные тренажеры, беговые дорожки и отдельную зону для игры в волейбол. Подтрибунные помещения тоже полностью оборудуют. Там предусмотрены раздевалки, душевые и тренажерные залы. Трибуна рассчитана на 1558 мест. Внутренние помещения разделены на блоки для двух футбольных команд. В настоящее время где-то 25% выполнено. Работы предстоит еще очень много. Конструктив – это основа, да, зданий и сооружений. Завершить строительство планируют в конце декабря. А открытие главного стадиона городского округа запланировано на начало 2025 года. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Артем Морозов. Телеканал ЛРТ.